начали ребята скидывать эти баннеры, так скажем, на своих подъездах. Много кто скинул. И я уже потом, спустя, наверное, неделю, как они начали вывешивать их на подъездах, я у себя увидел. Ну, это было приятно. Там, правда, меня толком не видно, но как бы то, что люди меня узнают, это уже становится приятно. Обычный простой парниша. Я вообще родом из города Троицка. Как бы мы жили в своем частном доме. Там мы и с коровами водились, так и с курами, и со всем этим прочим хозяйством.